Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним 85-е упражнение. Прочитаем задание. Прочитай строчки из стихотворения Маршака. Нужно ли писать какие-то буквы на месте пропусков? Почему? Объясни. Спеши, обозначь все знакомые орфограммы. Давайте выполним это задание. У Ваньки, у Встаньки несчастные няньки. Словом «несчастье» проверяем. Были в праздник Вася с Колей вместе с папой на футболе. Сон приходит в тихомолку, проверяем словом «тихо». Пробирается сквозь щелку, проверяем словом «сквозной». Он для каждого из нас сны счастливые припас, счастливое словом «счастье». Он показывает сказки, проверяем словом «сказочки», да не всем они видны. Проверяем словом «видно». Вот закрой покрепче глазки, глазок, и тогда увидишь сны. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.